когда у вас все сжимается до ширин, скажем, узкого коридора, да, скажем, какое-то пространство, где оно ограничено, то вы вынуждены брать чем? Искать за счет вращения уголок. Скажите, вот, и сейчас обратите внимание вот на эту руку. Раз, присел сюда. То есть сколько я выбрал сюда? Вторая рука, я никуда взяла. Сейчас руку освобожу, получается такое направление, стремящееся к соосности. То есть я могу здесь тянуть, либо отдавать. Только не рукой, а чем весом. Это вот линейно, да? Отдав. Теперь с проворота, ну-ка, сюда движение берите. Обратно вернись. Где у меня вторая рука, когда я выбрал движение, помогает. Опа. И этого не видно будет в сжатой, быстрой скорости и амплитуде сжатой. Поэтому скрываешь, не видно было. Когда вы раз, таз работает у вас, элемент проворот, руку чуть поджали. Вы можете в тренировке, наоборот, поискать, чтобы не хватать что-то, да? Где вам сходиться удобнее будет. За здесь, за ладошку саму, за большой палец больше, куда отдадим. Может быть, наоборот, в него, опа, туда. Здесь хорошо подходит локоть. Ее подали, посадили на колено. Либо в стол вогнали. Поэтому смотрите, что вам удобнее. Раз, пример, движение. Два. Смотрите, куда может идти вторая рука? То есть, если стенка, стенку обдать туда. Где вы? То же самое. Раз, присели. Таз работает. Держи. Два. Ну, куда? Сним. То есть не обязательно вот такую вот амплитуду, размах, что ее не всегда сделать можно будет. Либо вы вот сверху кинули руку, сразу подходит. Вот если сейчас ноги местами поменяют рельс, то пальцы здесь. Я просто привязал к точке. Вот. Сейчас не даю, а так кисть ломается. Хотя можно было что сделать. О, и сюда. Более амплитудно. Если есть для этого силы, он готов, в точку как-то чуть клюнул, да, либо, скажем, скорость какая-то, либо территория позволяет. А так, Женя, вот, свести все. Вот это. То есть, вот такие вещи, когда вы по наикратчайшей раз, вы руку освободили, у вас точка А, точка Б, наикратчайшая прямая, топом хорошо входит. Не обязательно делать какой-то секущий элемент. Хотя его можно движение отсюда. Поэтому вы смотрите, что он более удобнее. Например, раз, ну, подгрузка, это пойдет сюда. Сюда в стенку, да, вниз. То есть сжимать амплитуду за счет угловых скоростей. О, смещение, два. Отсюда смотрите, куда. Все равно амплитуда, условия стесненные. Ну, смотрите, оп, движение отсюда. Коренос, движение дали. Ворот подходит. Себе, за себя. Туда. К себе, за себя. Никуда ты раскидывай. Нужно эту массу раскрутить и оттолкнуть. А для этого и нужно разогнать. Потому что если он схватил статика, вы его должны как-то дернуть, либо через боль, чтобы он туда шел. Вот, оп, два, движение. Три. Лопнет. Переносится. Какие более большие амплитуды сжимать? Движение подходит. Пульс. Раз сюда. Пальцы. Видно, видно. То есть он сам себя здесь в этом узле связывает. Поэтому у вас есть возможность иметь горло. Что можешь сделать? Движение опять сюда ставит. Горло. Посмотрите свои степени свободы, когда вы двигаетесь на плоскости пола, на лавочках. То есть как-то схватим еще сюда движение. Чем удобно выбить? То есть поставили колено, оперлись движение. Отсюда смещение. Смотрите, что у вас более подвижно. Движение вот сюда. Не взять. Если будет свободно плечо, то можно передавать. Если она будет зажата, то она будет затормаживать. Поэтому чем свободнее здесь, но кисть не подломить. То есть получается, что сюда. Либо куда он палит. Вот отсюда. Движение.
попробовать?